Поселок Дубровский, улица Советская. Строят тротуар. Жители улицы Советской. Тротуара тут нет давно, но и новый их категорически не устраивает. Положили асфальт, столбы поменяли, сделали водоразметки. И теперь делают вот эту пешеходную дорожку. Это, она нужна очень, и мы еще раз признательны нашей администрации. Единственное, что мы бы просили, это строить ее не по этой стороне, а по противоположной. И у такой просьбы у жителей Советской есть свое обоснование. Во-первых, они помнят, что на месте строящегося тротуара под землей проходят все коммуникации. Водопровод, газ, телефония. Переживают люди, что между дорогой и частными участками не останется места для канавы. И тогда вся вода окажется по ту сторону забора. И будет болото. Непонятно также, куда зимой сгребут весь снег с тротуара. А главное... Здесь никто не счел ни расположение коммуникаций. Я повторяю еще, почему проект изначально был предусмотрен именно с этой стороны по столбам. Главная причина сейчас в столбах. Столбы. Они, как видно, встали по центру тротуара и во главе всего скандала. Надо понимать, что улица Советская не широка. Заборы вокруг домов вплотную к дороге. А на противоположной стороне от строящейся пешеходной дорожки ниточка березовой аллеи. Столбы будут обойдены. Сделано будет все красиво. Тротуар будет на 1,10 м от каждого столба будет отодвинуты бордюры, и там можно будет проехать и с санками, и с коляской, и даже с колясками двойняшек. Далее по списку. Коммуникации под землей не противопоказаны для тротуара. Снег с тротуара обещают сгребать на другую сторону дороги, и даже место для канавы останется. Там есть у каждого такая канава для стоков, у каждого дома. Она и будет, она и будет. Она останется между тротуаром и забором. И забором. Конечно. Конечно, конфликт местных жителей и администрации налицо. Но вряд ли и тем, и другим придется по душе вырубка деревьев. Да и потом, весьма логично, что пешеходная зона пролегает рядом с жилыми домами, а не наоборот. Очень хочется думать, что когда новенький тротуар все же появится, он удовлетворит дубровцев. Уж точно лучше с ним, чем без него. Татьяна Кременецкая, Алексей Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.